Всем привет, с вами я, Фликс. Сегодня будет небольшое разговорное видео. Я расскажу о своих планах на лето и вообще о планах канала. Но перед началом поставь лайк и подпишись на канал. Мне будет очень приятно. Первое, что я должен сделать за лето, это добить платиновую медаль ветерана. Я знаю, что медаль не решает, но все-таки хочется ее добить. Второе, это купить какой-нибудь керамбит. Я уже присмотрел 2 керамбита. И сейчас вы видите их на экране. Это Universe и Scratch. Обязательно проголосуйте в правом верхнем углу, какой керамбит мне лучше купить. Тот керамбит, который наберет больше голосов, тот я и куплю. Третье, это уже относится к каналу. Видео в ближайшее время не будет, поскольку я сильно устал от YouTube. И мне нужен отдых. Надеюсь, вы меня понимаете. Это не значит, что надо сразу ставить дизлайк и отписываться от канала. Четвертое, это купить iPad 2018. Не знаю, куплю ли я его за лето, но однозначно я его куплю для повышения скилла и контента. Ну и пятое, заключительное, это изменение контента на канале. Нет, конечно, будут выходить гайды, но редко, потому что я хочу после покупки пада снимать фрагмовы, как Лондон или Джентльмен. Просто потому, что мне это больше интересно и мне это нравится делать. Но не забывайте, гайды все равно будут выходить. Редко, но будут. Я попытаюсь выполнить эти планы за лето или за этот год. В общем-то, на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.